OMTV.ua про головне. OMTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Не було б НАТО, не було б розпаду Совєтського Союзу. І України, і незалежної, так званої, не було б. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що Україну можна приєднати до Північно-Атлантичного альянсу, однак без тимчасово окупованих Росією територій. Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до НАТО. Нам потрібна нова європейська архітектура безпеки, в якій Україна знаходиться в центрі НАТО, сказав він. За словами Расмусена, приєднання України до Альянсу може відбутись без тимчасово окупованих територій, а цей план не символізував би заморожування конфлікту з Росією, а натомість означав би рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити Україні приєднатися до Альянсу, заявив він. Зазначається, що якщо виключити з українського членства в НАТО тимчасово окуповані території, то загроза конфлікту між Росією та НАТО буде зменшена. До слова, заступник генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках заявив, що на наступному саміті НАТО, який відбудеться у 2024 році у Вашингтоні, потрібно розпочати переговори щодо вступу України. Натомість Пентагон вважає, що Україна матиме власний шлях приєднання до НАТО. Там наголосили, що зараз США зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне на полі бою. Сумасшедші времена. Опять же, вот в этих зловредных телеграм-каналах, которые ведут российские военные блогеры, вот эти турбопатриоты, время от времени проскальзывает любопытная информация. Оказывается, под Авдеевкой мобилизованные говорят: «Не, мы сейчас в атаку не пойдем». Нам тут 2-3 недели осталось, вот Путин распорядил, так они говорят, Путин распорядился нас отпустить, вот пусть теперь эти уголовники из «Шторм-Зет» и уголовников, ну, уголовников там ситуация-то похуже, там особенно не порассуждаешь, значит, вот уголовники идут в атаку и гибнут, естественно, в большом количестве. Значит, пока в армии есть надежда вот этих мобилизованных, что их действительно отпустят. А вот когда после Нового года выяснится, что никого не отпускают, вот тут уже я не исключаю, что начнут рвать тельняшку у себя на груди. Ну или там, что там, в общем, гимнастерку, куртку. А как же так? Нам обещали, мы верили. Мы вам верили, вот как себе, а вы нас обманули. Не, мы теперь отпускаем по домам. Может такое быть, может. Ну, вот смотрите, Юрий Евгеньевич, там параллельно к этому примыкает тема новой мобилизации, потому что так упорно ее опровергают факт того, что она может быть проведена. Ну, кто-то из экспертов говорит, да, до выборов президента они не будут делать, чтобы не раздражать еще что-то. Но, с другой стороны, судя вот по этой проблеме, что требует ротации какое-то известное количество находящихся в Украине военнослужащих, оно ставит вопрос о новой мобилизации, чтобы вновь призванных, вновь мобилизованных отправить на место тех, кого надо отправить обратно. Ну так, по логике. Причем, если ты ее не проводишь, эту мобилизацию, а ну, по логике такой же, если допустить ее, что до конца марта, когда якобы должны пройти так называемые выборы в России, никого не отпустят, значит, они там будут находиться до конца марта, но после конца марта нужно проводить новую мобилизацию, чтобы заменить тех, которые вот уже какое-то преизрядное количество времени там находится, на новых, которые свеженькие. Вот логика здесь какая. А тут, ну, как ты поди, выживи еще эти 4 месяца оставшихся. Это дело такое. Это во-первых. А во-вторых, опять же, информация промелькнула, что Герасимов требует от Путина 700 тысяч человек мобилизовать. Откуда? Это нереально. Это Юрий Евгеньевич, она вообще реальная, вот 700 тысяч мобилизовать? Я имею в виду, ну там, я не знаю, за год там или за пол. Это их надо обмундировать, скомплектовать,
сладить, офицеров дать, амунировать, дать оружие, научить этим оружием пользоваться. Я не представляю, как можно... 700... А вот теперь давайте посмотрим, откуда эта цифра взялась. Значит, Дмитрий Анатольевич Медведев пару недель назад рассказал о том, что в России собираются создать в течение будущего года армейский корпус, 7 дивизий, флотилию, 19 бригад и 49 полков. Ну, я не понимаю, как вот эти 49 полков, то ли это отдельные полки, которые не входят в состав дивизий, то ли это, значит, те полки, которые входят в состав дивизий, но там немножко, значит, ну, там перекрывают, значит, вот эти 7 дивизий, это, ну, где-то, наверное, там порядка 45, может быть, чуть больше полков. Ну, не важно. Значит, это порядка в общей сложности, значит, если брать дивизию, там, скажем, 5000 человек, бригаду 5000 человек, а дивизию 10 тысяч человек, ну, вот такая стандартная цифра, ну, можно посчитать, значит, порядка, ну, где-то там под 200 тысяч набирается. Значит, эти, для чего эти, вот эти дивизии и бригады будут создаваться? А для того, чтобы закрыть границу с НАТО. Конечно, можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода, и как проснувшийся россиянин начинает задавать правильные вопросы. Вопрос у меня такой государственного характера. Поселок Луковский было 6 предприятий. Два из них транспортных. В одном я работал, семья моя, как бы с детства 1974 года. И Пойковскую ТТ-1, как бы тоже предприятие 68 года производства. Предприятие на данный момент практически развалено. Техника, которую Роснефть закупает, тратит на нее миллиарды, она стоит полностью две базы без работы по каким-то коррупционным составляющим. Более того, работать на данный момент некому. На данный момент предприятие развалено, внутренняя контора 25 лет, ремонт никто не делал. Люди на работу не едут. Предприятие развалено за последних 7-8 лет. Достойных зарплат нет. Запчастей закупки не ведется. Если любую машину посмотреть, можно посадить главного инженера и начальника управления. Ну, года на три, это просто-просто без суда. Более того, высокая зарплата Игоря Ивановича Сечина меня всегда оскорбляла. Роснефть, Югазнефтегаз стала как гнилое яблоко. Если почитать газеты и сверху посмотреть, все красиво, все проходит онлайн. На месторождениях рабочие кончились. В цехах добычи 50-60% нехватка геологов-технологов. Соответственно, в каждой бригаде рабочих профессий тоже нехватка, 50-60%. Самая парадоксальная вещь, Наталья Владимировна, 15 лет назад я пытался устроиться в цеха добычи, было невозможно туда попасть. Даже по большому-большому блату тебя МГДУ могло по каким-то причинам не пропустить. Сейчас берут всех подряд под любого забора. Работать некому, работы нет, зарплат нет, достойных зарплат нету вообще. Если показатели 7-8 лет назад мы добивали под 80, то нефти там 77, сейчас мы 76-75, и каждый год у нас идет повышение. Если государственная компания такого плана, с таким оборотом определенным денег уходит вниз, значит, ей, в ней очень что-то непорядок, и ее надо снутри менять. Так, ну первый за 23 года проснулся. А остальное что? Спят? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.